Утро. Лагерь «Орленок» работает в обычном режиме. Дети собираются на завтрак. По легенде, именно в этот момент поступает сигнал от сотрудника охраны об обнаружении им у центрального входа в столовую подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. Тренировка связана с, опять же, совершенствованием навыков отработки ситуации, связанной с обнаружением предметов, имеющих признаки взрывного устройства, и отработки навыков взаимодействия с правоохранительными органами, в частности, с подразделениями полиции Одинцовского городского округа и с подразделениями ГИБДД Одинцовского городского округа и с другими структурами, связанными с правоохранительной деятельностью. В службу 112 поступает анонимное сообщение об угрозе совершения террористического акта на территории города Звенигород. Соответствующие муниципальные структуры приведены в повышенную готовность. На место выезжают кинологи. Территория вокруг столовой оцеплена. Тренировка проводится ежегодно не менее 2 раз в год перед заездом детишек на оздоровительные процедуры и в процессе их уже оздоровления и нахождения в данном лагере. На территории самого лагеря, который принадлежит ведомству Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Все службы, ответственные за безопасность сотрудники, сработали слаженно. Подозрительный предмет обезврежен. Безопасности детей ничего не угрожает. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».